В далеком королевстве жили-были два брата. Один был храбр и отважен, второй не очень. Кортни, ну-ка, корчи рожи, развлекай меня. Нет, нельзя корчить треугольную рожу, ненавижу треугольную, она меня пугает. Лазар, готовься к смерти. Я прибыл, чтобы похитить прекрасную девственницу, которая очень похожа на нее. И как же ты ее похитишь? С помощью магии. Долбоеб. Ты должен отправиться вместе с братом спасать его невесту. Или будешь изгнан из королевства. Блин. Да начнется поход. Отстойный поход. Меня вообще тут быть не должно. Возможно, я погибну. Вот Кортни точно умрет. Если мы объединимся, сможем уничтожить Лазара раз и навсегда. А если мы опоздаем, и Лазар доберется до ее персика, ты все еще будешь ее желать? Не хочу об этом думать. Да, знаю, но если он ее в жопу выебет, она будет тебе нравиться? Заткнись. Зачем подглядываешь? Я просто приглядываю за ней. О боже, она на нас смотрит. Не шевелись. Мы позаботимся о твоей безопасности. Наши огромные мышцы защитят тебя. Ой, правда? Да, правда. Пошло не по плану. Это что за хуйня? Тариус? Да? Я не могу перестать думать о тебе. Какое совпадение? А я как раз собирался кончить думать о тебе. Глубоко вдохни дым этих трав и раздели со мной видение.